Кино на ТВ Рус. Тонкая нить, связывающая нас с прошлым, готова оборваться в любую минуту. Надо солдатиков там хоронить. Это же моя фотография. Охренеть, точно ты. Андрей Александрович, это ты. Нельзя забирать то, что принадлежит холодному пеплу войны. Что за бред? А может мы спим? Это сон? Мы с вами попали в прошлое. Хуй нахрен еще прошлое. Фамилия, звание. Это может показаться полным бредом, но мы ваши потомки. Мы из будущего. Немцы, кто же еще? Попав туда, где балом правит смерть, нужно выжить. Дэп, смотрю, ничего жить будешь. Может там йодик, зеленочка, спиртик, бинтик. Может и сиську еще дать? Тащи быстрее! Чтобы сохранить память о том, что давно позабыто. Когда конец войны? 9 мая 45-го. Неужели выдержим? Войну-то выиграем, это я вам гарантирую. Но вот счастливого будущего, это я вам не обещаю. Мы из будущего. Пятницу на ТВ Рус.